Огромный всем привет! Сегодня мы с вами вместе приготовим лимонное печенье. Вы все знаете уже, постоянные зрители мои, мою любовь к лимонной выпечке. Многие из вас даже пекли уже лимонный кекс по моему рецепту. Я ссылочку оставлю в описании, очень вкусный. Если вы любите лимонную выпечку, обязательно его испеките. Ну а сегодня у нас с вами печенье. И для его приготовления нам понадобится 130 грамм сливочного мягкого масла комнатной температуры. Обязательно мягкого, не растопленного. 180 грамм сахара. Вы можете взять поменьше, 150, например. Лимон. По рецепту нам нужно половина лимона, половина цедры, половина сока, то есть из половинки лимона цедра и сок. Но я думаю, что я добавлю весь лимон, потому что он у меня очень маленький. Нам надо будет еще ванильный экстракт, одно яйцо. Здесь у меня сода, соль и разрыхлитель. Я напишу в ингредиентах, сколько всего нужно. И здесь у меня 300 грамм муки. А также вот в этой вот плошечке у меня сахарная пудра для обваливания печенья. Для начала мы с вами возьмем миску, закинем туда масло и сахар. И все это мы с вами сейчас с помощью миксера забьем до образования воздушной однородной массы. Такая масса у меня получилась, сахарно-масляная. Взбивала я примерно 4 минуты. Сейчас мы в эту массу прямо вот сразу сюда, я вот на мелкой терке натру цедру. Стараемся снимать только желтую часть цедры, а белую не натираем. Так вот. Вот, когда я всю цедру натру, я разрежу лимон пополам и выжму сок в миску. Такая масса у меня получилась, сахарно-масляная. Взбивала я примерно 4 минуты. Сейчас мы в эту массу прямо вот сразу сюда, я вот на мелкой терке натру цедру. Стараемся снимать только желтую часть цедры, а белую не натираем. Так вот. Вот, когда я всю цедру натру, я разрежу лимон пополам и выжму сок в миску. Здесь у меня цедра и лимонный сок. Сюда же добавляем немного ванильного экстракта. Если у вас ванильного экстракта нет, то на первом этапе вы можете добавить пакетик ванильного сахара, когда мы взбивали с вами масло вместе с сахаром. Или просто пропустить этот ингредиент. И сейчас мы опять миксером взобьем всю эту массу до однородного состояния. Добавляем яйцо и продолжаем взбивать еще буквально одну минутку. В отдельной миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль.
А теперь мы добавим мучную смесь в яичную и замесим. Можно сделать это миксером, можно рукой, вернее лопаткой, до состояния мягкого теста. В отдельной миске смешиваем муку, разрыхлитель, соду и соль. А теперь мы добавим мучную смесь в яичную и замесим. Можно сделать это миксером, можно рукой, вернее лопаткой, до состояния мягкого теста. Вот такое мягкое тесто у меня получилось. Если вы, так же как и я, использовали цедру и сок целого лимона, то, возможно, вам придется добавить еще 1-2 столовых ложки муки. Я так и сделала. Добавила еще 2 столовых ложки. Теперь ставим рядом сахарную пудру, противень, застеленный бумагой для запекания. Отрываем от теста кусочки размером примерно с грецкий орех, скатываем шарики и обмакиваем эти шарики в сахарной пудре. Таким вот образом чуть-чуть приминаем, совсем чуть-чуть, потому что они еще немножко расплывутся, и выкладываем их на бумагу, на противень. Опять отщипываем кусочек величиной с грецкий орех, скатываем шарик, обмакиваем в сахарной пудре, чуть-чуть приплющиваем и выкладываем на противень. Оставляем такое приличное расстояние между печеньками и продолжаем таким образом выкладывать. Скатываем шарик, можно чуть поменьше сделать. Обмакиваем в сахарной пудре, слегка совсем приплющиваем таким вот образом и выкладываем. Вот, всего 9 печенек я выложила на противень, так как в рецепте было написано, что нужно оставлять не меньше 10 сантиметров расстояния между печеньками. Ну вот, первую партию отправим таким образом и посмотрим, насколько это оправдано — оставлять такое большое расстояние между печеньками. Вот так вот. Сейчас я ставлю противень в разогретую духовку на 180 градусов. Выпекать печенье мы будем примерно 10-12 минут. Вуаля! Печеньки готовы. Выпекались они ровно 13 минут. Вот такие вот красивые они получаются. Посмотрите, какие замечательные трещинки образуются на поверхности печенек. А как известно, печеньки с трещинками самые вкусные. Ну и мы видим с вами, что расстояние между печеньками можно смело оставлять. А вот и вторая партия. Я их выложила на ту же бумагу. Видно следы, да, от прежних печенек. Видите, уже немножко покучнее. И сейчас отправлю в духовку опять на 12-13 минут. Вот такое печенье получилось у меня. За счет того, что
мы его обваливали в сахарной пудре, на нем образовалась хрустящая корочка, а внутри это печенье осталось мягким. Вот так вот оно выглядит внутри. Тонкий аромат лимона и ванили. Все, как я люблю. Советую приготовить это печенье. Вот смотрите, как оно прямо. Такая корочка приятная, хрустящая, рассыпчатая, воздушная. Очень советую его приготовить. Готовьте с удовольствием для себя и для ваших близких. Всем хорошего настроения, счастья, самое главное – здоровья. И до новых встреч в моих роликах. Пока-пока!